Привет, Римаши. Хочу показать вентилятор от приставки для охлаждения ноутбука DeepCool. Какая-то модель, там где два крупных и два снизу вентилятора. Один вентилятор затрещал. И я хотел его смазать, потому что знаю, что особо-то они и не ломаются. Но не получилось, потому что у него запаян штырек, вот этот вот здесь, который просто он запаивается в пластмассу, невозможно выдрать. Но кое-как я его силой выдрал. Вот так он крутит наоборот, обычно туда, внутрь, сейчас наверх. Ну, потому что ноутбук сверху. Такая вот крыльчатка прикольная. Может, где-то еще пригодится. Вот сам двигатель на проводке. Видите, пластик тоже из другой стороны впаян. Я никак не мог открутить, чтобы смазать. Вообще в нем ничего не сломалось, но сейчас он не рабочий, естественно, уже. Хотя, наверное, можно впаять обратно суперклеем туда вот этот вот шток. Не знаю, стоит ли его восстанавливать. Сам двигатель в порядке. Здесь вот медь есть. А, наверное, я что-то поломал. Да, я что-то поломал. Отверткой пока вскрывал. Детальки какие-то. Как видите, еще S-сигнал, это обороты, наверное, показывает на плате, но не распаян. Ну вот так они специально делают неразборные, чтобы ты не мог смазать, потому что никакого износа нет. Вот здесь вот шток, и он в медной и латунной такой втулке крутится. Там я просто бы смазал, он еще крутился бы много лет. Но сейчас уже практически невозможно собрать. Либо даже если бы этот шток истерся, то можно было бы поменять втулку. Но они делают такое вот, чтобы выкидывали эти вентиляторы, типа завыл выкидывать. Специально такими неремонтопригодными. Да что с фокс-то сбивается постоянно. Ну ладно, в общем, что показывать. Вот, я его крепление разломал. То есть специально, чтобы вы бегали, покупали эти вентиляторы. Такой вентилятор, ну, вообще найти невозможно. Он же вот в обратную сторону дует. То есть люди просто подставки эти выкидывают, все кругом мусором заваливают. А, вот еще здесь деталька вот эта вынимается. Магнит. Он трескается, так что осторожней. Если вынимаете его, то осторожно, если он вам нужен куда-нибудь. Так что сами по себе вентиляторы, они очень долго, и даже не то, что Noctua по 10 лет, а и даже вот такой вот простенький, он бы работал легко 5 лет, там 10. Но его не разобрать было. Ну, на этом все. Обзор был вентилятора неразборного от DeepCool или Evercool. Что-то вылетело у меня из башки. Приставка для охлаждения ноутбуков. Так что можно было пытаться и аккуратно открыть. Отсюда он просто выламывается, но здесь можно заклеить обратно. Наверное, да?
Так, ну да, можно. А здесь... А, здесь вообще не надо было снимать. Чем я обламывал, я думал, как-то снимется. То есть эту часть вообще не трогайте. Просто... О, магнитится. Просто вот эту выломайте, потом туда приклеите, и будет крутиться еще фигища лет. Надеюсь, кому-нибудь поможет. То есть выкидывать ничего не нужно. Это не хлам. Все, спасибо, пока, ребята, подписывайтесь.